Театральный центр «Жаворонки» распахнул свои двери для посетителей перед тем, как войти в зрительный зал. У вас проверят температуру и попросят надеть маску. Кстати, места тоже распределены согласно предписанию Роспотребнадзора. А за дистанцией здесь следят строго. Мы все-таки все принимаем меры предосторожности, это правда. Очень скрупулезно к этому относимся. И я думаю, что второй какой-то волны не должно быть. Я думаю, что мы все это победим. Подготовка к юбилейному театральному сезону идет полным ходом. Эскизы костюмов уже утверждены. Ткани раскроены, осталось только сшить и подогнать под актеров, которые ждут с нетерпением встречи со зрителями на премьере нового спектакля. Для начала нужно увидеть задумку режиссера, да, и чтобы это все понять. Нужно сделать очень много эскизов для того, чтобы утвердить у режиссера. Режиссер видит всю сценографию, да, у нас наша часть небольшая, костюмов. И чтобы эту вот задумку воплотить в жизнь, нужно вначале разработать все это и потом запустить. Актеры Народного театра «Крылья» соскучились по зрителям, по живому общению с залом. Недавно завершились гастроли агитбригады «Победный марш». С концертной программой артисты побывали в разных уголках округа и за его пределами. Мы открыли свой театральный сезон, он 15-й юбилейный. Мы уже показали спектакли. Сейчас, вот буквально на следующей неделе, дети наши выходят на сцену. А причем сейчас они выходят с нашим волшебником изумрудного города, с известным уже. А в начале октября они выходят с премьерой «Баранкин будь человеком», вот, который посвятят нашим замечательным учителям. А впереди у нас «Пока горит свеча», впереди у нас «Жестокие игры». Причем мы сейчас работаем над нашими легендарными «Жестокими играми». И надеюсь, что мы покажем и во взрослом составе, и уже у нас подросла наша молодежь. Они, может быть, еще сыроваты и маловаты для этих ролей, но это будет их очень важный шаг, такой шаг в театральное творчество. Для театра это юбилейный сезон, уже 15-й по счету. Главный режиссер открыл секрет. Гостей театрального центра «Жаворонки» ждет немало сюрпризов. Мария Шматкова, Николай Бирюков, Юрий Антохин, телекомпания «Одинцова».